Многие люди мне писали, говорили, твердили, что в этой игре существует какой-то легендарный меч, Экскалибур, что-то в этом роде. Но я не знал, где он находится. Но немного полазив в интернете, я посмотрел, что где-то он находится вот тут. Вроде на этом острове. Я не вижу, что там есть, но вижу... Нет, не вижу. Поэтому, ребята, мы туда сейчас полезем. Если действительно этот меч находится там, то можно сказать, тем, кто не знает, я вам покажу эту пасхалку. И спасибо тем, кто сказал мне об этой пасхалке, потому что я, если честно, не знал. Я видел где-то у кого-то в прохождении этот меч, но я не знал, откуда он его взял. Я думал, может, по мере прохождения сюжета он его где-то найдет. Но оказалось, что это пасхалка, то есть его можно где-то найти только в каком-то секретном месте. И вроде вот оно. Сейчас мы посмотрим, действительно ли оно тут. Да! Вот он, красавец наш меч. Чё-то вот эти пятна с моего вот убрались. Ху, удерживайте этот... Этот Экспалибур теперь мой. То есть не Экскалибур, как какой-то меч, да? А Экспалибур. То есть убитый ним человек где-то находится посередине моря, вот где-то тут, на этом небольшом острове. То есть, как найти этот меч? Идем в самый-самый низ к пределу. Вот он, самый предел. Потом в самый предел направо. И вот он, этот меч на этом небольшом острове. Ну что, давайте возьмем. Ну я же удерживаю. Ух ты. А как его взять? А вот это, ребята, еще задачка. Я не знаю, как его взять. Ха. Вот это они тоже как-то взрывной, великолепный. Знаете, что инвентарь чертежи? Коктейли Молотова. Так, а ну давайте с коктейля Молотова попробуем. Спалить вот этот спалить этого зомби. Так, инвентарь. Где находится наш коктейль Молотова? Сигареты, алкоголь. Я даже не знаю, где находится вообще наш коктейль Молотова. Электроника. Фу. Тут много всего. Это нужно искать. А где? Я не представляю. Сейчас что-то найдем. Так, вот я его скрафтил. Где он? Вот он, коктейль Молотова. Хм. А как тогда взять вот этот меч? А что сейчас? Он просто горит? А вдруг он сейчас догорит и... Нет. Вот они запарили. То есть они даже как-то вот это продумали, что это просто так взять нельзя. То есть какая-то пасхалка, но я даже не знаю, как ее взять. Хм. Ну что, немного поискав, немного... Ну что, немного поискав, я нашел такую информацию, что нужно нажать букву F и просто ждать 2 минуты, ребята. Чтобы забрать этот меч, нам нужно ждать 2 минуты. То есть удерживать кнопочку 2 минуты. Это, если честно, очень много, но я... сейчас, дайте-ка я взгляну. Но я там вроде вижу, что действительно там растет вот эта полоска, оранжевая полоска. И действительно мы сможем забрать этот меч. Ну что, давайте подождем. Я надеюсь, что этот меч будет действительно классный. А раз они сделали такую пасхалку, то... Или просто, чтобы мы нашли этот меч, и он был у нас как сувенир, и мы могли на него любоваться. Или действительно этот меч какой-то нереально суперский, что если ты его находишь в игре, то потом дальнейшую всю игру ты проходишь на изи, потому что вы нашли какой-то супер-пупер меч. Но я этого не могу знать, я не могу угадать, поэтому просто нужно подождать,
Также я надеюсь, что он будет каким-то быстрым, а то, знаете, быстрое оружие в этой игре, как, например, сейчас у меня в руке. То есть вот такие небольшие мечики, ножики, кинжалики, которым ух-ух-ух-ух-ух быстро пораскидывал всех и все убежал. А этот меч может быть даже двуручным, что его нужно будет взять две руки и замахиваться какой-то кувалдой минуту потом. Размахиваться. Да, он, наверное, будет убивать очень быстро, потому что если двухручный, тогда у него будет много урона. Но также это не значит, что он будет очень быстрым. И за то время, пока ты замахнешься ним, тебя уже, наверное, могут убить. Но этого я не могу знать, сейчас мы увидим, если, наверное, возьмем его. Ну что, почти мы его забрали. Давай, еще чуть-чуть. Нифига себе, нам еще даже опыт за это дало. Опа. Зомбарь начал гореть. Ладно, подождем, может еще что-то будет. А пока мы ждем Экспалибур. У него урон 324. На данный момент я прошел где-то 25% игры. И сейчас у меня мои оружия составляют прочность, ну, в принципе, небольшую, а тут 7-7. А тут у меня 33-3. Это ж не знаю. Ремонты 3 раза. Но зато вот этот Экспалибур вроде бесконечно его ремонтировать можно. То есть тут прочность... Если 33, то это, наверное, значит, что может 33 раза ему ударить. А если 7, то это значит, что 7 раз им можно ударить. Это как-то глупо, что ли? Но зато его можно бесконечно вроде ремонтировать. Давайте посмотрим. Да, ребята, как я говорил, он его держит вроде в одной руке. Но когда он его бьет, нужно две руки. Как я понял, он вроде двуручный. Ну, в смысле, двуручный, это понятно. Но как я понял, им можно ударить только 7 раз. И потом он ломается. Но эти 7 раз, наверное, он будет убивать с одного, с двух ударов, что ли. Опа! Чертеж Экскалибур. Экскалибур. То есть мы его крафтить можем? Ну тут смотри, ни хрена себе, сколько тут нужно всего. Kingsword, are you the one? То есть, ладно. А давайте, знаете что? А давайте еще действительно проверим на зомби, какой он будет. То есть может быть, что это какая-то очередная фигня, что мы 7 раз ударили и все, нам нужно заново его ремонтировать. Ну а может быть, что это действительно какой-то очень сильный и, в принципе, прочный меч. Я не знаю, но сейчас посмотрим. Если 7 раз, то вы, мне кажется, разоритесь на том, что вы будете собирать металлические части и будете просто ремонтировать этот меч. Но я не знаю, нужно посмотреть. Ну что, вот наша жертва. Только жертва необычная. А вроде мы сейчас поможем какому-то чуваку. И сейчас увидим, что это. Охренеть. Чё-то я не выкупил. Ну... Он очень сильный. Я не знаю, вообще ломается ли он или нет. Но он очень сильный. Смотрите, как он просто растряхивает всех зомби на кусочки. Мне кажется, я это, с этим мечом сейчас только буду и бегать. 3 удара. Короче, ему где-то 3-4 удара, чтобы убить зомби. В то время как нашим, допустим, вот этим нож-крюком нужно где-то ударов 10-15. А если его еще, например, улучшить? А давайте посмотрим. Чертежи. Ядовитое перо, электротруба, шокер. А нет, вот. Вот Экспалибур. Разобрать, улучшить, F6. Так, ну что, возможное улучшение на этот Экспалибур. Как вы заметили, могли заметить или сейчас можете заметить. А, так он уже потратился. А как его отремонтировать? Я не могу его отремонтировать. Вот это действительно, вот это странно. Как его ремонтировать, я вообще не в курсе. Разобрать, улучшить коллекции. Ну, я не знаю пока что, но, как вы заметили,
хотя вы, наверное, не заметили, но я на него поставил 3 улучшения там на урон и все такое. То есть вы можете ставить до 3 улучшений. Я не знаю, как он сломался. Например, вот это. Я могу вот это. Да, я это могу починить. А вот это я не могу, это, в принципе, даже не ценится, не чинится. Ну ладно, ребят, на этом заканчиваем. Я надеюсь, вам нравится этот меч. И хочу сказать спасибо еще раз тому, кто рассказал мне про эту пасхалку. И также с вас, опа, кто играет в эту игру, то вы уже будете знать, как найти вот этот классный меч. Если вы хотите увидеть его в дальнейшем действии, то есть, то подписывайтесь на мой канал. И ожидайте новые видео с прохождением этой игры, и вот там вы действительно сможете увидеть реальные действия с этим мечом и как легко ли проходить сюжет с этим мечом. Но в данный момент я что-то вижу, что он вообще не айс. То есть смотрите, он даже убить никого не может. В том смысле, а как его чинить? То есть мне писали, да я в принципе вижу, что он... Да падай ты уже. Что он действительно, прочность у него упала. То есть даже если вот тут посмотреть, прочность 0, урон 0. Вот показано. А как его починить? Собрать? А что это? Ага. Как его починить? То есть если нажимаю букву R, его нельзя починить. Может просто это такой меч, как экспонат, что 7 раз ты его кого-то ударил, и все, его можно продавать, потому что его никак нельзя починить. Я не знаю. Ладно, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, если вам нравится такой небольшой обзорчик. Подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.